Всем доброе утро, мои дорогие! Вы, как всегда, на канале Влог Дикаря, и сегодня мы хотим вам показать, как мы проводим наш день. Сегодня мы хотим выполнить 3 заказа. Один из заказов будет заказ нашего подписчика. Спасибо тебе большое за заказ. Привет тебе, мы его обязательно в этом выпуске выполним. Это будет рубка деревьев. А теперь, первый наш заказ, это вот мы с Николаем Деревенским. Николай Деревенский. Привет, привет. Мы едем на нашей барже, на нашей машине бизнес-класса. 8:15 утра, и мы выезжаем на покраску хозпостройки, сарая. И также в этом заказе мы будем складывать кирпичи. Вам немножко покажем, и потом поедем на второй заказ. Там я еще не знаю, что мы будем делать, но там тоже, я думаю, недолго. И третий заказ уже рубка деревьев. Так что всем приятного просмотра. А кто хочет также в Сыктывкаре или окрестностях заказать от нас какие-либо работы, вот переходите по QR-коду. Ремонт и строительство, и мы сделаем для вас по хорошей цене отличную работу. В конце этого видео, дорогие друзья, вы узнаете, сколько денег мы сегодня заработали за полдня на 3 заказа. Друзья, также с утра мы заехали перекусить в Мельницу, в местечке Выльгард, города Сыктывкар. Кстати, ребята, кто не смотрел обзор на данную Волгу, посмотрите, у нас на YouTube-канале есть обзор на данный автомобиль. Все, приятного нам аппетита! Дорогие друзья, наш первый заказ сегодня — это вот такая вот хозпостройка 6х4. Наша задача, что сделать? У нас есть отработка, это отработанное масло. И сейчас мы ее полностью покрасим. Для чего это делается? Для того, чтобы постройка служила долго и не гнила. Если вам это тоже нужно сделать, вот пишите QR-код здесь, все вам сделаем. Ну что, давайте приступать. Отработку я уже налил в канистру. По периметру все лишние вещи убраны, и начинаем красить. Красить мы будем валиком, вот таким вот валиком, и, соответственно, кисточкой. Все, приступаем. Дорогие друзья, я уже прокрасил верх. Вот посмотрите, все это сделано пропиткой. Наверное, на камере прям наглядно видно. Становится... Видите, более темный такой оттенок, даже более дорого смотрится. Какая задача и какая последовательность покраски? Вот эта покраска заняла у меня 10 минут. То есть я переносил стремянку и красил поверху кисточкой. Далее я хочу валиком прокрасить вот эту стену. Все, завершу одну стену, потом также по такому же принципу вторую, третью и заднюю, четвертую стену. В принципе, все. По времени, я думаю, я это сделаю, ну, часа за полтора. И далее мы уже с Николаем выдвигаемся на второй объект и на третий. Вот такие дела. По цене за каждый объект я тоже скажу в конце, как только завершу. Так что все, приятного вам просмотра. На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. Машу рукой, а сердце замирает. Мои дорогие, посмотрите, какая красота получилась. Мы уже покрасили одну стену полностью. Ну, прошло где-то минут 25. Вот такая вот красота. Вот Николай Деревенский. Николай Деревенский. Так что, ребята, всем вам добра. Мы продолжаем наш первый заказ. Ну, я думаю, через час мы его закончим и выдвигаемся на второй наш заказ. Смотрите, какая красота. Мы уже все вокруг покрасили. Заняло у нас по времени. Ну, сейчас еще это доделаем. В общем, где-то час 20. Ну, сейчас еще минут 10, пока сложимся, и все.
По цене я вам тоже сейчас закончим, все расскажу. А делается эта пропитка для чего, ребята? Вот вы, например, хотите, да, это сделать? Для того, чтобы ваша постройка вам дольше прослужила, чтобы она не гнила. По низам пройтись очень важно даже в два слоя, потому что там соприкосновение с мокрым снегом больше, то есть тут будет, соответственно, снег, вряд ли кто-то его будет чистить, да? Двойной слой пропитки, в общем, не помешает. Ладно, ребята, завершаем, и по цене я вам сейчас все расскажу. Ребята, мы завершили объект, занял у нас по времени это 1.5 часа. Вот, пожалуйста, хозпостройка полностью покрашена. Обратите внимание, остатки мы прошли еще вторым слоем по низу. Как ранее я уже говорил, это делалось для того, потому что здесь соприкосновение со снегом больше всего, поэтому здесь будет меньше гнить, так как двойной слой. В принципе, все, 1.5 часа по деньгам, ребята. Вышло 10 тысяч рублей, но вышло все-таки 9. Почему? Мы сделали скидку 1000 рублей, так как это наш подписчик. Он написал, что с Ютуба. Поэтому вот переходите по ссылке. Вы скажете, дорого за 1.5 часа. Ну нет, смотрите, мы работали вдвоем. Плюс мы ехали сюда с раннего утра. Клиент пожелал конкретное время. И расстояние не маленькое. Поэтому вот такие вот деньги, 9 тысяч рублей на двоих за 1.5 часа. Сейчас мы поедем на второй заказ, а потом, я думаю, успеем еще и на третий заказ. По расходу, ребята, кто вот так же хочет спасти свои хозпостройки, чтобы они долго вам прослужили, смотрите, мы взяли отработку, это отработанное масло. У нас ушло 4 канистры, и, в общем, это 20 литров. 20 литров отработки хватило на постройку 6х3. Вот, полностью. И по низу еще хватило в два слоя пройти. Цена отработки, ребята, за 20 литров мы заплатили 200 рублей всего лишь. Ну, точнее, клиент заплатил. Цена вполне приемлемая за то, чтобы ваша постройка прослужила вам несколько лет. Вот как-то так. Ну все, мы выдвигаемся дальше. Всем вам добра. Погнали. Дорогие друзья, мы уже завершили наш первый заказ и сейчас едем на второй заказ. Второй заказ у нас это вырубка деревьев, то бишь черемухи. Также заказ от подписчика, который увидел наши видеоролики на видеоплатформе. И, соответственно, мы ему сделали приятную скидочку. Так что сейчас вы все, ой, какие ямы, поедете и с нами посмотрите. Мы рассчитываем справиться где-то за час. По деньгам я тоже в конце скажу, сколько мы за второй заказ заработаем. За первый, как я напоминаю, мы заработали 9 тысяч рублей. Сейчас на второй. Время у нас 11 утра. Мы уже на второй заказик едем. Наш второй объект – это вот такая вот черемуха. Вот, видите, наша задача – эту черемуху спилить вот здесь. И мы будем складывать все вот здесь, вот хозяйка попросила. Для того, чтобы спилить черемуху, мы подготовили вам бензопилу и взяли с собой трос. Трос мы взяли для того, чтобы тянуть ветки, чтобы они падали в нашу сторону и ничего не поломали. Ну, все, приступаем к работе. Мамочка, что с нами будет? Мамочка, что с нами станет? Он меня точно погубит, сердце мое умирает. Больше терпеть нету силы, больше терпеть невозможно. Боже, какой он красивый, как же любить его сложно. Мамочка, что же случилось? Как же мне с этим справляться? Если скажу, что мне снилось, девочки будут смеяться. Что же теперь скажут люди? Сердце навеки разбито. Мамочка, что с нами будет? Я полюбила бандита, но он не знает ничего. Объект мы завершили, мы справились, за 40 минут срубили черемуху. Ребята, посмотрите, от нее ничего не осталось. Вот такие вот пеньки. И также по просьбе клиента мы все сложили в указанное место. И при этом мы старались сохранить вот эту ель.
И дома соседние. И соседние дома, соответственно. По деньгам, ребята, этот второй заказ вышел нам 5000 рублей. Все, едем на третий заказ. Ребята, все, третий заказ мы уже сделали. Извините, заснять вам не мог, потому что все произошло как-то быстро, плюс у меня телефон сел. Так что третий заказ у нас был, мы долбили фундамент. Аналогичную работу мы уже делали. Вот здесь вот на экране я вам покажу, на моем канале есть это видео. Сейчас мы справились за 2 часа, выдолбили, получается, фундамент. По размерам сколько примерно, Николай? По размерам там не целый фундамент, а кусочек такой. 2 метра на 0,4 и высота тоже 0,4. Uh-huh. Да, такой небольшой кусок, 2 часа у нас заняло. По деньгам у нас получилось 8000 рублей, третий заказ, ребята. Итого, получается, сейчас 3 часа дня. В принципе, мы еще перекусили. Вот мы освободились. Возможно, еще четвертый заказ какой-то возьмем, но навряд ли. Ребята, по деньгам. В общем, первый заказ мы красили сарай, получили 9000. Ну, сделали 1000 рублей скидку заказчику. Второй заказ 5000 рублей мы рубили черемуху. Итого 14000 рублей. И последний заказ 8000. Итого получилось 22000 рублей, ребята. За пару часов мы заработали. Ну, как-то так. Так что вот такие вот будни разнорабочего. Немного, конечно, но... Все же как есть, так и есть. 22 тысячи на двоих, ребята. Так что развивайтесь, работайте, и все у вас будет хорошо. Всех вас любим, всем вам добра.